Здравствуйте. Тема нашего с вами сегодняшнего разговора – регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. С очень давних времен человека всегда интересовало, как работают его внутренние органы. И, наверное, в первую очередь его интересовала работа сердца. Одним из величайших деятелей эпохи Возрождения был врач Андрей Везалий. В 1543 году он выпустил труд о строении человеческого тела, чем положил начало научной анатомии. Везалий вместе с Галеном считают отцом современной анатомии. Так вот, однажды Везалий производил очередное вскрытие для того, чтобы установить причину смерти человека. Каков же был его ужас и ужас всех находившихся рядом с ним ассистентов, когда после вскрытия грудной клетки врачи обнаружили там бьющееся сердце. Инквизиция обвинила Везалия в том, что он произвел вскрытие живого человека и приговорила его к длительному паломничеству в Палестину, из которого, к сожалению, этот величайший врач не вернулся. Но что же произошло? Неужели Везалий так ошибся? Неужели он принял за мертвого живого человека, не смог это определить? Ответ на этот вопрос был найден только спустя 300 лет. А сейчас дать ответ на этот вопрос может, в общем-то, любой школьник, в том числе и мы с вами. В сердце, кроме обычных мышечных волокон, есть скопление клеток и другого типа. Это нервно-мышечные структуры, и они очень возбудимы. Их особенность заключается в том, что они обладают автоматизмом. То есть возбуждение возникает в них самих, а не приходит из других участков нервной системы. В сердце два таких скопления, два узла. Один в правом предсердии, у места впадения верхней полой вены, сино-артериальный. Второй в правом предсердии, у перегородки, отделяющей предсердие от желудочков, атрио-вентрикулярный. Синоатриальный узел называют водителем сердечного ритма, так как именно в нем возникает волна возбуждения. Этот участок последним перестает биться при остановке сердца. Мышечные волокна предсердия желудочков полностью разделены соединительно-тканной перегородкой, и их связь осуществляется лишь через атриовентрикулярный узел. Передача импульса от синоатриального узла к атриовентрикулярному происходит с задержкой 0,15 секунды. Вот почему сокращение предсердий заканчивается раньше, чем начинается сокращение желудочка. Эти механизмы обеспечивают правильную работу сердца и получили название автоматии сердца – способность органа ритмично возбуждаться без внешних раздражений. Но было бы ошибочно думать, что сердце работает в организме само по себе – без какого-либо контроля со стороны центральной нервной системы. На самом деле центральная нервная система, конечно же, оказывает большое влияние на работу сердца. Хотя она не может изменить порядок сокращения частей сердца, но нервная система может повлиять на сердечный ритм. Так, допустим, при физических нагрузках сердце работает чаще. Во время отдыха частота сердечных сокращений снижается. А связано это с тем, что к сердцу подходят два нерва. Нерв симпатической нервной системы и нерв парасимпатической нервной системы, так называемый блуждающий нерв. Симпатический нерв заставляет сердце биться быстрее. Парасимпатический нерв, наоборот, замедляет работу сердца. Но работа сердца зависит не только от интенсивности физической нагрузки человека, но еще от его эмоционального состояния. Недаром мы говорим, что сердце замерло от испуга, или наоборот, замерло от восторга и начало учащенно биться от страха. Действительно, на работу сердца влияют такие два гормона, как гормон стресса адреналин. Он вызывает усиление частоты сердечных сокращений, также вызывает сужение мелких кровеносных сосудов и расширение крупных кровеносных сосудов, идущих к головному мозгу и к сердцу. И гормон удовольствия, ацетилхолин. Ацетилхолин
снижает частоту сердечных сокращений и расширяет протоки кровеносных сосудов. Таким образом, мы с вами можем сделать вывод, что работа сердца регулируется совместно нервной и гуморальной системой. Ну что ж, а наш разговор на этом закончен. Большое спасибо за внимание.